Капрулин. Так. Возраст ребенка было тогда 6 месяцев. Русская певица. 6 месяцев. Я сюда пришла, это было в 2019 году, в мае. Я сюда пришла, я ознакомилась с этой продукцией, и мне предложили, я долго думала, 4 дня думала, сюда приходила, ну, таверки кылып алганмын, бергенмын баламга. Бензонал, вы все знаете, да, что, что такое? Я бензонал давала ребенку, я риск убрала бензонал, вот это давала, смотрю, в результате, и убрала бензонал. Оказывается, бензонал сразу нельзя останавливать, убирать. Да, нужно было просто уменьшать. А я резко убрала. Но факт, что оно помогло за 10 дней. Уменьшилось у нее это. А какая проблема была у вашей ребенка? Проблема была, когда она плакала, синела, сознание теряла. Эпилепсия? Нет, не эпилепсия, судороги не было еще у нас. Просто она осознала себя, глаза закатывались наверх, и все, 2 минуты ее нету. Я ее вот так вот раскачивала. Да, раскачивала ее. Она тогда приходила в себе. Я вот эту продукцию давала ей, неделю дала. Я специально ей щипала губу, чтобы она сильно плакала. Нету. Реакции нет. Нету. Не синеет. Ладно. Еще неделю дала. Опять нету. И когда уже, когда у меня кончилось вот это 4 флакона я брала, когда у меня кончилось, когда я остановила давать, у меня опять началось, так, чуть-чуть, я опять купила, и давала, вот сейчас кусты и масса. Результат хороший, да, сейчас? Результат хороший. За какое время? За год. Да. Сколько флаконов дали? 8. 8? 8. За 8. Это хорошо. Аплодисменты. Сейчас у нас...